Всем здорово, ребята, с вами опять я, Шмель. Ну, вы поняли по интро в начале, которое, ну, проходит. И сегодня давайте в какой-нибудь там сервер поиграем. Я даже не знаю, в какой. Может быть, и в Hypixel. Нет. Может, на свинку пойдем. Хотя давайте на свинку. На свинке мы давным-давно не играли. Вот IP сервера. Заходите с лицухи, играйте, играйте везде. А мы сейчас начнем играть. Сейчас, наверное, подлагивания будут, потому что сервер обновили. Ой-ой-ой-ой-ой, какие лаги. Капец, еще фейерверк стреляют, а у меня такие лаги. Это невыносимо. Наверное, с какой-то стороны. Фуф, я смог зайти. Фуф, блин, я думал, все, капец уже. Майнкрафт вылетел. Ну, давайте прогрузку чанков поболее поставим. FPS мой любименький. Мой любимый FPS. За. Отдыхаем. Долбаный антивирусник. Зачем ты вылазишь? Я тебя убью. Ня-ня-ня. Ладно, я пока попить принесу. Так, и вы, кстати, это можете не надеяться, то, что я типа там, вау, да, пошел попить и вырежу. Не, я ни херня не вырежу, конечно. Размечтались. Ништяк. Ништяк. Опа, как раз все началось. Так, погнали. Понеслась. Сегодня будем рубить всех. Просто как Арнольд. Короче, поняли. Что я несу? А, сейчас все начнется, сейчас апокалипсис. Блин, туда нельзя, жалко. Так, куда я падаю? Блин, бежим. Куда я побежал? Надо было в другую сторону. Ладно, уже не важно, бежим. Так. Нет, не будем поджидать. А то я один раз так же поджидал. Опа, уже кто-то стреляет сзади. Чувака вижу, может быть, с ножа его. Блин, там чувак на деревьях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, нахрена, вот нахрена я это сделала, ну пофиг. Пофиг. Первый, блин, кома, второй, я надеюсь, будет лучше. Я привык, когда кого-нибудь убиваю, меня обычно всегда прикрывают. Блин, из-за вот этих HD-шных, вот этих вот, видите, вот этих вот, которые сбоку. Картинок, они весь Майнкрафт тупит из-за этих картин. Убрали их бы нафиг, а, хотя бы хоть на неделю. Неделя. Знаний. А, ну ладно, давайте пробежимся по опросикам. Ну, вы, наверное, всем интересно, с как... Ну, не... Точнее, мне интересно. Чем мне интересно, я вообще не знаю. Короче, проведем сейчас такой автоматом вопросы, все я отвечу на ваши вопросы. Первый вопрос: сколько мне лет? Все задаются такой вопрос: а сколько тебе лет, мавый? Отвечаю: мне 15. Я пошел
что тип, ну это типа для студентов, все, все дела, такой, такой модный. А-за-за. Потом, как меня, ну, мое настоящее имя Лёша. Фамилия и имя Алексей Алексеев. Во как. Просто не все знают, так что я просто так... Ой-ой-ой-ой-ой, я идиот, я не выбрал, ладно. Это не важно. О, нет, не-не-не, обратно-обратно, вроде обратно, да? Да-да-да, туда быстрее бежим. Бегу. И я бегу. Нет, не убивайте, прошу. Ты чё, офигела? Да блин, почему я такой лох, а? За что? Ну ладно, бог любит троицу, давайте третий раз. Сколько видео идет? Наверное, не так-то много. 6 минут, и я 6 минут проиграю! Что? Ладно, какой это вопрос? Так, ну имя, фамилию, возраст свой я сказал. Давайте теперь, в каком я городе? Страна, город Россия, город Чита. Есть такой город? Да, вот именно ты, который меня сейчас смотрит, есть такой город. Не просто ребята говорят, но многие типа, чё ты гонишь, нет такого города, нет, сидишь мне врешь. Я единственное то, что вам могу по правде сказать в скайпе, это свой город. А чтобы узнать все остальные мои данные, смотрите мои видео и не более. Так, ладно, приступим к следующему вопросу. Есть ли у меня, блин, да что за хрень? А, блин, мне вообще не везет. Ладно, сейчас скрестим пальцы. Да, а вот вопрос. Ну, блин, еще интернет отошел. Да блин, это что за наглость, а? Сейчас все нормально было, вот пока не начал снимать. О, 30 FPS всегда бы так бы мне. Ага, за что? Автовка выпала что мне. Маленький негодяй, свинка, ответь мне. Не понял. Нет. Фу, я думаю, меня забанили. Так, вопрос. Есть ли у меня братья, сестры и, ну, двоюродные? Да, есть у меня двоюродный и брат. У меня есть и сестра. У меня есть одна сестра младшая. А нет, даже две сестры, два двоюродных брата и один просто брат. Да, вот такие дела. Да, вроде все, я на ваши все вопросы ответил. Я надеюсь, вы не будете мне там писать где-нибудь еще, кто ты являешься. А еще забыл самое главное, мужской род. А за, мы везем с собой кота, чижика, собаку, медведь. Тут два медведя, я не медведь, а ты кто? Это ТП, я не люблю ТП, отойди от меня. ТПшам нормально отношусь. О, русский есть. Ишь так. Да блин, я опять забыл. Бежим сразу туда, залетай. Красавчик, я молодец просто. Чтоб никто бы сейчас не убил или не вошел. Все, они там дерутся, красавчики. Я пока все облутаю. Бежим. Блин, давай, сундук. Там рак вроде спускался, надо его лучше снять. Вот он.
Блин. Что за хрень, а? Тихо, тихо, тихо. Нельзя же так, а? Так тебе, вот так. Фу, я офигел от себя. Давай кашечку, молодец, я просто. Я чуть, блин, в штаны не навалил, когда их увидел двоих. Тима, блин, Тима слил просто так, как зайчонок. В чем-то я, ладно. Огнемет. С огнемета меня пытался убить, нормально вообще. Он бы мог подойти мне парочку раз, ломом дать, и все. Я бы умер бы. ППШ. Точнее, не ППШ. Тут его по-другому называют, но я считаю, что это ППШ. Тут никого нету. Так. И ножички мне не нужны. Так, везде осматриваемся лучше, а то зомби какой-нибудь войдет сюда. Так, это я смотрел, да, смотрел. Там никого. Блин, ну коня, капец, конечно. Если я сейчас выиграю, я просто красавцем буду, потому что два раза сдохнуть просто так, как новичок. Хотя это самый любимый мой сервер. Ну ладно, с кем не бывает. Токс. Восстановление. Я не знаю, ладно, вот так сделаем. Все, я весь вооружен и опасен. Как говорил кто-то. Что, сортиры, что ли? Ладно. О, опять такой же. Абсолютно такой же. Клёво, чё. Может, наверху что-нибудь есть? Второй же этаж, да? Нет, тут лучше здесь не ходить. Тогда мы тут с Саньком застряли. И нам, короче, кобзец пришел. О-хо-хо-хо-хо. Я сейчас такой модненький буду. Опачки. Чуть не заметил. Нифига себе. Блин, машина, проедь побыстрее, а? Там такая музычка еще. Как из деревни. Сверху. Сейчас он у меня огребает. Так. Идем. Тихо, тихо. Ой, ёлы-палы. Охренеть. Охренеть. Как я его не увидел, а? Как я его не увидел? Как так вообще? Ладно, ребята. Да, бывает. Все бывает. Блин, да я лохом, как сегодня показал себя. Ну ладно. Вчера, кстати, такая хреновина случилась. Сейчас я попью. Ням-ням. Ням-ням. Вчера, короче, такая хрень случилась. Мы с моим другом играли еще с пауком. Зашли на сервер, играли, что там. У меня в конце получилось так, что у меня осталось пол хп. Я пробежался, нормально меня сзади стреляли и попасть, короче, не могли. Дожил я с этими пол хп, ну не с пол хп, я там отрегенил, мне чувак помог. Но Санек, точнее, паук помог мне. Нашего друга завалили. И в конце матча у меня полностью, вот прикиньте, вот полностью был железный сет у паука. Ну там кольчужный, да, кольчужный был, да,
Вроде да, кольчужный. Да, ну кольчужным оставался один вот чел. Один чел оставался и резко вырубился интернет. Мы могли бы получить плюс 15 поинтов. Это просто капец на самом деле, когда вот такая хрень. Ну короче, ладно. Вы теперь все знаете обо мне. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, но мне понравилось. Всем удачи, всем респект от меня. Да. Кто не понимает, что такое респект, видите в Википедии. Всем удачи, всем goodbye.